Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели. Умр кричит, сподвижники плачут. Он крикнул с силой: «Спускайся, Умар, слезь!» Он сказал: «Ты мне не брат, он мой брат». Не тревожься за этот мир. Поистине он принадлежит Аллаху. И не тревожься за пропитание. Поистине оно от Аллаха. И не тревожься за будущее. Поистине оно в руках Аллаха. Тревожься лишь за одно. Как сделать Аллаха довольным? Поистине, если ты сделаешь Аллаха довольным, он будет довольствоваться тобой и обрадует тебя, обеспечит тебя и обогатит. Не отчаивайся в жизни, которая заставила тебя плакать. Скажи: «О Аллах, замени мне это хорошим в этом мире и следующем». Грусть проходит с земным поклоном. В мольбе приходит радость. Да будут добрыми ваши дни с упованием на Аллаха.